Видите, что в нашем магазине, да, видите, выбрасывают мусор. Здесь лампочки, здесь батарейки, здесь еще что-то, какая-то техника от инженерии. А вот здесь выбрасывают вообще всю технику, которую, скорее всего, ты можешь себе забрать. Ну, вот смотрите. Узнаешь там? Вот, смотрите, шуруповерт, который еще работает. Его выбросили. Тут тоже шуруповерт в чемодане. Там я не знаю, что это, ну, какая-то штука. Это я не знаю, что. Смотрите, бритва. Вот она даже раскрылась. Philips. Смотрите, она рабочая. Смотрите, выбросили такую женскую. Она тоже еще рабочая, прямо в этом чемодане. Что есть еще? Это банка. Модем. Смотрите, эта штука, которая, это, видимо, не сюда. Здесь выбросили зарядки всякие, да, разные. Здесь еще какую-то фигню. Здесь что? Телефон? Нет, телефон, наверное, здесь не пахнет. А что здесь еще ставили? Ставили какая-то еще фигня. Смотрите, еще одна бритва. Тоже рабочая. Да. Philips. Что тут еще у нас? Ну, в общем, смотрите, вот вентиляторы. Тут есть пакет всякой фигни. Давайте посмотрим, что тут. Это не знаю, что. А, это фонарики, которые, ну, которые типа светятся на улице. Это, наверное, тоже. Это гирлянды, скорее всего, да, они подвешиваются, тоже светятся на улице. Ну, что такое? Что тут еще? Кофемашину тоже оставили здесь. Здесь оставили этот. Что это? Что это? Не знаю, что это. В общем, вот такие вот вещи, видите, выбрасывают в Голландии.